ракетний корвет російських окупантів заблукав біля узбережжя Одещини. Ракетний корвет Чорноморського флоту Російської Федерації Павло Державін виявлений у 19 милях на схід від міста Чорноморська Одеської області. Про це розповіла керівник прес-служби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк. Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного посту в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту Російської Федерації Павло Державін в 19 милях на схід від міста Чорноморська Одеської області. Про це повідомила Гуменюк в соціальних мережах. Що там робив цей корвет? Як він там заблукав? Як він там опинився? Розкаже нам наш військовий політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пану Олександру з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Олександру. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, як опинився цей корвет в наших морях, в наших водах? Ну, в первую очередь следует понимать, что он вовсе не заблудился, а целенаправленно находился в данном секторе. Причины, ну, мы можем только догадываться на самом деле, какое непосредственно выполнял задание данный боевой корабль Черноморского флота Российской Федерации, но вероятнее всего он там находился для отслеживания и, скажем так, сопровождения фрегата береговой охраны США «Гамильтон», который 11 мая как раз покидал порт Одессы. Собственно, в этом тоже нет ничего удивительного, поскольку Российская Федерация крайне болезненно воспринимает любой заход иностранных военных кораблей в Черное море и непосредственно в порты Украины, непосредственно в Одессу, опять же, и регулярно осуществляя те или иные провокации, например, с использованием тех же самых ВКС РФ, либо используя потенциал, назовем его так, Черноморского флота Российской Федерации. Но здесь следует понимать еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что данный патрульный корабль проекта 22-160 относится к на сегодняшний день наиболее современным и новым боевым кораблям Российской Федерации. Он был введен Морского флота в 2020 году, в ноябре 2020 года, то есть достаточно новый корабль. И его огневой потенциал также вызывает определенные опасения, поскольку на нем размещены пусковые установки для крылатых ракет калибра НК, способных поражать надводные цели в зависимости от модификации на расстоянии до 375 километров, а сухопутные цели на расстоянии, по предварительным данным, от 2 до 2500 километров. То есть даже сам по себе на расстоянии в 19 милях от берега Украины этот боевой корабль представляет серьезную угрозу не только для кораблей, которые непосредственно в поблизости от него могут находиться, но в том числе и для сухопутной части, для материковой части Украины. Навіщо так часто Російська Федерація провокує? Тільки з вами ми декілька разів за останні там на цьому тижні розмовляли про те, що зі сторони Російської Федерації дуже багато провокацій. Навіщо це їм зараз саме? Опять же, в первую очередь, это болезненная реакция на иностранное присутствие на Черноморском плацдарме. Если даже говорить о нынешней ситуации с фрегатом «Гамильтон», береговой охраны Соединенных Штатов Америки, то тут очень важный момент, поскольку, как известно, любой заход в Черное море боевых кораблей того же самого Североатлантического альянса НАТО, они регламентированы конвенцией Монтрё, проход через пролив Босфор. Регламентируется как тоннажом, так количеством и сроком пребывания непосредственно в Черном море того или иного корабля. В свою очередь, в нынешней ситуации мы имели очень интересный прецедент, а именно данный фрегат, который посетил Одессу, он не относится к
военно-морскому флоту, военно-морским силам Соединенных Штатов Америки, а непосредственно относится к береговой охране Соединенных Штатов. То есть он не попадает под действие конвенции Монтрео. В свою очередь, данный корабль может выполнять те или иные маневры, принимать участие в учениях и так далее, непосредственно как представитель кораблей класса фрегат. Это первый момент. А второй момент – это то, что Российская Федерация своими провокациями демонстрирует, ну, скажем так, свою гегемонию на Черноморско-Азовском плацдарме. Ведь даже ситуация, которая сейчас возникает с Азовским морем, в которое, по сути, перекрыт проход военным кораблям в связи с так называемыми учениями Российской Федерации, это своего рода не только нарушение большинства международных соглашений, и в том числе и по морскому праву, но и демонстрация опасений Российской Федерации, что в Азовском море, точно так же, как в Черном море, со временем могут оказаться те или иные иностранные военные корабли, которые, скажем так, дисбалансируют ее вот эту гегемонию. Потому что, ну, действительно, Черноморский флот Российской Федерации на сегодняшний день полностью поломал весь баланс Черноморского плацдарма. В первую очередь тем, что Российская Федерация может, совершенно не будучи регламентированной согласно конвенции Монтрео, то есть не используя пролив Босфор, перебрасывать силы и средства из других флотов и флотилий непосредственно в Черное море. Мы могли видеть буквально недавно пример того, как был произведен этот дисбалансирующий эффект, когда Российская Федерация перебросила десантные катера, а также ракетные корабли с Каспийской флотилии на Черноморско-Азовский плацдарм, тем самым увеличив как огневой потенциал за счет, опять же, тех же самых ракетных кораблей «Буян-М», вооруженных крылатыми ракетами калибр НК, в том числе и увеличив свой потенциал десантный за счет десантных катеров класса «Серна». Тобто все-таки Російська Федерація не стільки провокує, скільки побоюється? В определенном смысле, да. Провокации, в принципе, как таковые провокации Российской Федерации вызваны именно опасениями того, что в один определенный день попросту она лишится возможности вносить вот этот дисбаланс и иметь монополию как таковую на Черноморском плацдарме. И непосредственно фрегат «Гамильтон» это продемонстрировал. Опять же, абсолютно нерегламентированный заход конвенции Монтрео в Черное море фактически корабля, не военного, но тем не менее имеющего вооружение, офицерский состав на своем борту иностранного корабля, иностранный офицерский состав, граждан Соединенных Штатов Америки, он значительно может изменить расстановку сил. Ведь если бы не было тех же самых пресловутых, скажем так, учений, которые делала Российская Федерация, на сегодняшний день не позволяющие заход в Азовское море военным кораблям, да, даже Украины, заход, в свою очередь, иностранному военному кораблю вряд ли бы Россия могла бы каким-либо образом предотвратить. Более того, мы можем вспомнить ситуацию 2019 года, когда были захвачены наши малые бронированные артиллерийские катера, абсолютно законно и легально направлявшиеся в Азовское море, но тем не менее против них была совершена провокация, и они были захвачены. По сути, это была операция абордаж, как у пиратов, причем в нейтральных водах. И аналогичную, скажем так, операцию с абордажем Российская Федерация вряд ли посмеет провести против, ну, того же самого корвета или фрегата Соединенных Штатов Америки или любой другой страны члена НАТО. И это она опасается, конечно, в первую очередь больше всего. Как має діяти Украина в этом случае? Разумеется, не агрессивно. Конечно же, провокации именно на то и направлены со стороны России, чтобы спровоцировать, если уже не экипаж того или иного военного корабля или даже не военного, представляющего интересы стран Запада,
но спровоцировать на какую-либо реакцию, но и спровоцировать на какую-либо реакцию силы и средства пограничных служб Украины и так далее. В частности, очень часто я мог слышать такую версию, когда нарушалось, допустим, воздушное пространство Украины сравнительно недавно вертолетом Ми-8 ВКС РФ на востоке Украины, когда вертолет залетел на 50 метров над воздушное пространство Украины и вернулся сразу же назад. А многие говорили о том, что мы имели полное право, например, этот вертолет сбить. Сейчас, я уверен, многие бы сказали, что если бы зашли непосредственно в наши территориальные воды российские военные корабли, мы бы имели полное право его уничтожить, да? Например, противокорабельным ракетным комплексом. Как раз бы применили бы ракеты Р-360 ПКРК «Нептун» как вариант. И я уверен, такие будут звучать в дальнейшем призывы. Но это неправильный подход, поскольку такая провокация, она именно и направлена на то, чтобы была произведена какая-либо агрессия в сторону той или иной российской военной техники, и у России был бы определенный формальный повод на это реагировать даже в самом жестком формате. Напомню, что Россия очень часто использует подобного рода провокационные действия не только против Украины. В Сирии, например, российские истребители неоднократно залетали в воздушное пространство Турции, когда проводились боевые операции на севере Сирии, пролетали около 100-150 метров в воздушном пространстве Турции и сразу же возвращались назад. Аналогично, регулярно российская авиация проводит подобного рода провокации и в воздушном пространстве стран Балтии. И в данном случае нужен исключительно холодный расчет и никаких совершенно непредсказуемых действий. Дуже вам дякую, пане Олександру, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за вашу фахову думку. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».